14 она показала. Прекрасная оценка, хорошая. 14 баллов, конечно, хорошая, потому что это надо заработать. Ангелина Мельникова. Никаких вступительных слов. Вспомним, смотрим и оценим вместе сами. Вы постарайтесь быстрее нас оценить и сказать, да она вот столько-то получит. Разбег, и отсюда кажется, что был заступ за линию. Мы сидим как раз, наша комментаторская позиция около прыжка. Да. И немножко, знаешь, мне что именно не поднял? Да. Судья немножко она плоско пролетела, не удалась. А вот это хорошо, вот это хорошо. Ну, немножко стригли ножки, так заметили. Как я выражаюсь, когда я судила Олимпийские игры, я выискивала все ошибки конкурента и старалась не видеть своих. Ну, вот на замедленном повторе, конечно, видно, много ошибок. Видно это, да-да. Ну, трудновато. Мы ноги сильно разлетелись. Постарались вам немножко объяснить. У него был очень мощный год олимпийский, который она завершила званием абсолютной чемпионки мира. Конечно, это стоило ей большого напряжения. И она имела право отдохнуть. И вот сейчас она еще пока разгоняет штучки. 14.366 оценка Влады Уразовой. Хорошо. На 0,3 миль меньше, правда, чем квалификация. Да, да, да. Так. Немножко застряла уже на нижней жерди. Ну, очень немножко. Давай, давай, так. Идти, так, идти, да. Шикарно это все соединило. Коварная сальто у нее всегда. И вот чуть-чуть не даже. Молодец. Вот характеры, вот два лидера. Одна суперопытная, уже все у него позади. Другая пытается с ней соревноваться. А в результате мы сейчас с вами будем считать вот эти оценки. Если 14.366 у Владиславы, то здесь будет не меньше. Мне кажется, что примерно в этом же диапазоне, да. Но вот первое такое, так скажем, да, застревание на нижней жерди. Именно впереди и у той, и у другой, что бревно. Вот там это будем интересно с вами не дышать. 1,5 минуты без сознания. Так, ну пока выводит оценку. Ну, еще раз повторяю, на нее смотреть можно бесконечно. Вот здесь чуть-чуть, точнее туда стойку, хорошо. Пошли. Вот, немножко ножки там. Это судья не видел. Чуть-чуть она поддержала. Ну, потому что там была ошибочка. Все, что не залезло в кадр, это не считается. Не считается. Уже судьи наклонились, уже пишут оценку. Умница. Вот здесь надо еще вертикальнее. А, королева, но не Марго, а Мельникова. Имя у нее Ангелина. Красавица. Диплом уже получила, высшее образование она уже закончила. Все у нее, все. И все она сделала сама. Я хочу сказать, сама, не исключая, безусловно, огромной помощи рядом стоящих тренеров. Вот это ни один человек принимал участие в достижении ее высоких результатов. Да, в воспитании сегодня спортсмена невозможно, да, невозможно стать. Прекрасно начала Ангелина Мельникова, прекрасно начала пока бревно. Очень у нее получилось, вот этот здесь новый элемент пока сложный. Даймин. Я вижу, как ты тоже болеешь за нее, но мне понравилось сейчас. Молодец, молодец, пока ведешь отлично. Вот как это же так? Такой противный элемент. Она фляг назад с поворотом на 180, немножко не довернулась положением тела. Ее снесло. Там на 360 даже получается. Ну, 360, фляг назад, не... А, ну дополнение, да, приступание, да. В общем, это нехорошая штучка. Ну вот оно, падение первое у Мельниковой сегодня. И она впереди Уразовой сейчас еще. Пока дальше все в порядке получается. У нее такое красивое оригинальное начало. Я все-таки много вижу этих девчонок. Сейчас отскочит она. Молодцом. Здесь она нормально. Она прям в наскок со, шпагат со сменой ног. И сразу второй со сменой ног. Оригинальный. Задумчиво уходит, конечно, с помоста. Анализируя сейчас, вот что... эта разница слетела пока. Но надо второй отработать.
понимаешь, что вот я тебе говорила, бревно вообще такое гадкое. Ну еще действительно, уразовый надо еще сделать. Пока это такой аванс небольшой. А знаешь, когда бывает еще вторая реакция? У девчонок точно такая. Вот сейчас уразовая, она понимает, что с работы я буду впереди. Это тоже долбит мозги. И она, ой, что же я... И даже не поймет, как она окажется на полу. Так может быть. Не называй фамилии. Просто такая ситуация. У одной от грусти, у другой от радости. В общем... Это всегда так. И здесь, конечно, спортсмены и спортсменки всегда стараются сконцентрироваться исключительно на своей работе, не глядя на оценки. У меня всего было 180 поначалу, и она уже с этого свалилась. Жалко, потому что... Я бы вообще как-то, мне кажется, не характерный для ее классного вида вот этот элемент. Я понимаю, он стоит, цена у него хорошая. Попыталась удержаться, не получилось. Нет, а тут хоть царапайся. Если ты упал, так упал. Это отлично все, это очень хорошо. Да она все отлично делает. Лотова Мария. Вот вы говорите приметы. Вы обратили внимание, куда проще сказать последний? Да нет, именно выступил, выдержал заключительный. А это уже профессиональная деформация такая. Нельзя этого слова. Акробатики тоже, да, но даже хотя бы с такой акробатикой вот ей за исполнение 7,9 ставят. Позор. Да, ну, маловато, плохо, скажем маловато, так, да. Но справедливо. Но справедливо, она согласен. Она допускала ошибки. Так, все. Ну вот новые вольные Мельниковые. Ух ты. Вот заявка. Вот это чемпионский выход. Это не жалобная книга. Ну, а теперь ты только пяточку рано опустила. Это что-то от Востока даже, мне кажется. Похоже, как будто немножко на Уитни Хьюстон. Опа, молодец. Вот так надо рассчитываться со своими соперницами. Мячик. Прямо как от горячей сковородки отскакивает. Легкость, прыгучесть. Ну. Нельзя вот этого тебе странно, сейчас делать. После, да, винта обычного вперед такие приземления. Опа. Так и хочется замахрить. Темп блестящий. Вообще мне нравится. Мне нравится ее композиция. И она чувствуется... Мне, ну, нравится ей самой внутри воображать. Так, подышим. Опа! Да, это браво, заявка, конечно, на золото браво, здесь у Мельниковой. Ангелина, браво! Слов нет, вижу что-то, ничего не скажу, но браво. Есть ощущение, что это, конечно, чемпионские выступления, но посмотрим. Здесь, конечно, она выглядела гораздо лучше в уразовой, в вольных. И по сложности, да, и по исполнению. Вот так нам надо. Вот так, вот умницы все. И Ольга Булгакова, Ольга Митрофановна, правильное отчество? Я тоже в основном без отчества с ними разговариваю. Денисевич, Сергей тоже. Все тренер. Замечательные, все молодцы, всех так хочется поздравить, но мы с вами еще не видим оценку. Была между ними разница 0,2. Но Владислава получила весьма нижнюю. Но она сильно низко получила. Очень низкую оценку. 13-0 всего лишь. Для того, чтобы претендовать на чемпионство. Ангелина. Она просто рассчиталась, прямо скажу. Хотя вот квалификации у Мельниковой 13,2 была. Она оценка. Там упала, я помню. Она не удалась ей вольный в первый день. Я это хорошо помню. Зато она сегодня отомстила всем и вся. Прежде всего, сама себе. Мол, нельзя расслабляться никогда. Даже когда ты со всеми званиями. Когда ты лучшая в мире абсолютная чемпионка мира. Посмотри, как зал замер в ожидании оценки Ангелины. Ну что же вы, судьи, тут и снимать-то, в смысле, решать-то так долго не надо. 0,2 разделяла Уразову и Мельникову перед последним видом. Вот такое выступление шикарное от Мельниковой. Да, и... блестяще, молодец. Может прям всю историю поменять. Она и поменяет в свою пользу, конечно. Ну-ка давай, начинай смотреть оценки. Имен. А мы ждем, пока выставят для Ангелины, потому что... Еще не показали. Там еще выступают, да, гимнастки на брусьях, но в целом тоже уже заканчивают.
это все ничего, вот это все неплохо. Немножко в высоком повороте у нее могут. Ну вот техника поворотов, конечно, не уразовская, скажем так. Здесь у нее определенно... Да, 14-233. Но это на баллы 2 выше оценка, это... чем у Владиславы. Тут, конечно, заслуженная абсолютно первое место. Первая наша с тобой реакция была сумасшедшая, правильная. Да. То, что потом начинаешь, когда сидишь, ну что же они там высчитывают? Что они, я уже провернул ее всю, проиграл комбинацию в обратную сторону. Это достойно.